меня буквально кока-колу в железной банке. Я, в принципе, не из того, как натуральную колу перестали выпускать, натуральную колу, ее сложно найти, а я в железных банках стараюсь не покупать. Ну, не знаю. Да нормально. Ну, не нормально. А он хочет железное именно. И сейчас выпросил у меня. Выпросил, говорит, дай. Ну как выбросил? Я отказалась, он сам себе купил. Без вариантов. А мы идем. Просто я немножко расстроена. У меня сегодня были другие планы, которые не получились. Я очень расстроилась. Ну ладно. Пообщаемся. Я иду создан. Он игру создан. Вот так. Я сейчас там босса создаю. Вот про это я говорю. Я вспомнила. Ну все, я вспомнила. Только что-то тут тоже раскопки какие-то непонятные. Идут. Какие-то непонятные раскопочки. Там вроде лавочки. Ну, вон там. Ну, короче, друзья, сейчас поснимаю. Здесь, в принципе, вот так просто посидеть. Отдохнуть нормально. Посидеть просто отдохнуть. Просто попить колу. Ну давай вот сюда куда-нибудь уголок можно. Я не хочу помощи. О, а здесь даже вырезать нужно. Шах, надо было взять. Там вот у меня, конечно. А вон там, я не знаю, попало в кадр или нет, место для шашлыки делать. Приходите со своим мясом. Своими. Это, а мангал здесь уже есть, и столы, и все под навесом. Да. Мы здесь были, но очень давно. Года какой? Лет 5 назад. А вот тогда только-только здесь все построили. Ну, поменялось сейчас. Поменялось немного, да. Ну и ничего так, здесь просто почище было бы, вообще было бы шикарно. Да, а то сейчас тут были грязь. Но, да. Но в целом. Если здесь немного народу, здесь можно посидеть и отдохнуть. Ну, пикник какой здесь, я не знаю, получится, а свежий воздух. Территория, в принципе, небольшая, здесь дальше идти некуда. Ну, то есть, пятачок, как бы, и все. Ну мы как-то не это. Блин, уже скоро Новый год. К 1 сентября пора уже всем готовиться. У кого школа и все это самое. У кого-то университет, у кого-то школа. Да, да, да. У кого-то каникулы. Начинается веселуха. Веселуха. Да, в общем, ну поняли, да, территория небольшая. Ну, в принципе. Ну что, мы пришли, сели, и чего? Здесь по сути идти некуда. Ну, я найду, куда пойти. Я не я. Сейчас он свою колу допьет, и мы с вами пойдем посмотрим, что здесь интересненького есть. Угу. Он себе еще и чипсы прикупил, и мне в сумку запихнул. Ты, говорит, неси и не трогай. Береги, говорит, не трогай. На чистые руки? Нет, у тебя руки не чистые. Сейчас я тебе.
и их вытру. Поднимаю рюкзак, думаю, что-то он тяжелый, рюкзак мой, чемодановский. Он, в принципе, все время тяжелый, а здесь он... Я забыла, что он-то себе колу взял, а я-то. Угу. Зачем взяла, непонятно. Я, в принципе, не пью. Сделала глоток, но... Я газированную воду, в принципе. Хотя раньше я очень много и часто пила колу, ну, когда она была колу. Заменитель. Вообще-то добрый. Добрый. Нет, я после этого перестала пить газировку. А... Ну что, более-менее приближенное, это вот Фэнси. Потому что можете напишите, вот покупайте такие вот колу, только не добрый, да, там какой-нибудь Фэнси и все в этом духе. Или не предпочитаете соки. Вкусно тебе. Много-то не ешь. Я еще немного еще. Сказал Даня, когда пачка опустила. Ладно, пойдем потихоньку. Ну как сказать? Пройдем, обойдем территорию, громко сказано, конечно, но пройдемся туда и выход здесь рядом. Вообще. Что-то народу-то многовато. Вот, с собачками. Здесь. Вон дымок от шашлычка. Люди подходят. Я вчера Микушке постригла мордочку ножницами и бритвой специально. В общем, сейчас уберу. Покажу в конце видео, что у меня получилось. Танька сказала хорошо, прям мордочка, говорит, освежилась, лишнее, говорит, все убрали. Тёмка сказала, вообще на другую породу собаки стал похож, кому как. В конце видео сниму, посмотрите, что с ним стало, что я с его мордочкой. Помнишь, когда он только Мика появился, помнишь, такой прям маленький-маленький? Маленький, да. Но я выкладывала, когда ему 3 месяца было, нам его слишком рано отдали. Вот, и как раз... даже меньше. Он родился в январе, а в марте нам его уже привезли. Да, и у меня сохранились видео и фото, не помню, по-моему, фото. Так что в конце видео я фотографию приложу, или видео, или фотографию, где он маленький, и как я его постригла. Напишите в комментариях, нормально или нет. И все. Давай. Конец есть у этой территории. Да, в общем-то, небольшая. Ну да, она особо-то небольшая. Пойдем сюда. Леша, получается, там просто травка. Ну, прям вот как тут есть. Пишешь, вот, тупо травка. И решетка. Типа, если ходить, то... Интересно. Это мы сейчас обратно идем. Нет, мы пойдем сейчас туда, вглубь. Ну да, здесь забор. Ну нет, здесь особо не вообще идти некуда. То есть мы упираемся, здесь забор. Вот забор, туда, то есть хода нет. Отсюда мы вышли. Значит, если мы пойдем прямо, то мы придем. А если мы так пойдем, куда придем? А я не знаю. А это вообще что за знание? Господи. Я как всегда, у меня этот, я говорила, топографический. Что это такое? Топографический кретинизм называется. Я могу в 3 березок заблудиться. Я буду сутки там ходить. Если что, я вижу мост. Вон, машина ездит. Машина вот зашли сейчас. Странная история. Ну, ладно.
Короче, пойдем посмотрим. Вышли, типа, ну видишь, это здание, оно как будто заброшенное. Хотя толкуда звуки. Может, это поражительные склады как-то. Да, сейчас я чувствую. Да, смотри. Сейчас я чувствую. Это мы шиномонтаж, короче, это для машин типа. Ты, слушай, этот, Сусаня, ты запоминай дорогу, а то сейчас мы уйдем. Помню, да. А то сейчас и все, и привет. Сейчас по. Ну тут легко, мы просто сейчас по прямой идем, вот. Если что, обратно. Прямой мы там. Ноги козел. А вернее, наоборот. Это все запоминаю. Так, ладно. Вот. Надо сюда с чехардой прийти, смотри, собак нет. А то почему здесь зомби? А для машин автосервис. Смотри. Ну да, прям заброшка. А вот здесь выйти можно. Я бы там не послушался. Ты сейчас еще копают, тянут этот хал. Жутковатые такие места, видите? Немножко фильм ужасов. Нет, это выход. Я понимаю всего. Только куда мы вышли, непонятно. А, нет, понятно. В общем, билиберда какая-то. Ну это даже не территория. Вот, все, мы вышли. Мы были там, теперь мы здесь. Мы вышли. Потому что здесь нам говорить нечего. Ну, я думала, здесь как-то можно. Ничего подобного. Сейчас. Сейчас зайдем здесь есть. Что тут много автобусов? Может, стоянка их или ремонт какой-нибудь. Может же быть. А, где хотя раньше гуси, утки, лебеди. Дай. Короче, жизнь спала. Сейчас там. Потом лягушки были, а сейчас. А сейчас там ничего нет. Думаю, так вам, что там лебедей нет, только гуси. Да, и лягушек нет. Вообще нет. Ничего. Гуси ползают. Какая-то бабочка одна залетная. Лебедя увидел. Или гуся. Это коряга, по-моему. Непонятно. Здесь было очень много воды. Прям очень. Вот под самую вон ту штуку было. Много-много воды. А сейчас здесь много-много грязи. Когда только построили здесь утки, уточки плавали. Вон видите еще домик. Сейчас покажу. Вот там вот жили, утка там была и тут. Домик остался. И все остальное. Ну, печально все-таки. Да, жалко. Да, здесь был гусь, потом лягушки здесь были. И приходили, кормили. А потом и иди куда-то. Все. Пропали, да. Ну, хотя за год мы. А теперь здесь. Очень хорошо. Будешь сидеть? Да нет. Да, очень грязно. Очень. Посидеть бы хорошо, да? И противно здесь сидеть. Ну, да, типа... Года два назад здесь было намного чище и. Да год два назад это только постройка. Да, противно. Это из-за этого. В общем, то, что я расстроилась сегодня, вот не получилось у меня.
решили сходить сюда. Ну и... Опять ничего. Ничего, да, нет. Это... Если там, ну, хоть что-то было, типа... Это прям совсем здесь ловить ничего. Да, тут вообще ничего. В парке так вообще. Не территория, а так. Ладно, пойдем. Даже тут успели. Хоть деревко одно красивое, да, на дороге. Хоть что-то. Хоть что-то красивое. Два деревка. Тоже испортили. Этот знак. Да его не испортили, он это же дерево, наверное. Я за. Раньше его не красят, за ними не ухаживают. Вот, раньше он был покрашен, туда закрасить. А как мы поймем, кто-то закрасил, и все. Или просто перекрасили белый. Ну зачем? Ладно, друзья, ловить здесь нечего. Тоже здесь и идти некуда. И... Ну как бы мы думали, что там есть где отдохнуть, но нет. Поэтому мы будем двигать назад потихонечку. А, не знаю, фото или видео, то, что я периодически удаляю с телефона памяти, чехарды, как я его постригла, когда он был маленький, если найду сейчас, в конце видео приложу. Ладно, друзья, всем хорошего настроения, всех крепко обнимаю, всем удачи.